Мы едем на дачу на двух машинах. Булочка, я поеду быстро, за мной не гонитесь. Окей. Потихоньку едет. Снимаем первый влог на новый iPhone. Да вы что, меня там слышно? Да. Булка, зачем? Что так долго булили? Мы собирали наши наряды. Тут у нас, кстати, наряды висят. Мой наряд, вот там очень красный наряд. Жарище такая, капец. Какое жарище. У Маруська. С нарядами едем. Мама на платье. Там Маруся на платье, Ральфик. Тут еще там. Раз говори. Он за вас заплатил. Заплатил, молодец. Сейчас поедем через мост. Молодец! Сумки, что только нет. Кружку везу португальскую. Свою, которую в Португалии купила. Кофе, неспрессо. Марусь, ну не помни платье мое. Короче, я не помню, тут я смотрю на тебя. Ну не надо. На новом телефоне снимаю. Да, смотри, как классно снимает. Вау, смотри, как он может приближать. Вообще весь берег видно. Смотри, как классно. Вот это вот класс. iPhone 15 Pro Max. Может, вообще километр? Много рода прошел. Видео. У нас первый урожай ягодки. Мы сейчас только приехали и уже сняли. Первый урожай. И вот мои пиончики красивые, прекрасные. Как же быстро они отцветают, такие шикарные. Вот у нас тут три сорта. Такие бордовые, белые. Белые прям все упали. Мам. И розовые. А Ральфику можно одну желтенькую дать? Не надо, Марусь, лучше не надо. Ральф сидит, наблюдает за хозяином. Хозяин пошел купаться. Я решила выпить свой вечерний кофе. В Инстаграм уже показывала девчонкам вот эту скатерть. Я ее купила в Португалии специально для дачи. Ну так уж совпало, что на мне сейчас платье. Тоже в таком же стиле. И чашечка моя португальская. С этим, с петушком. Это символ города Порту. Такая красотень. Геронька моя. Кофе с пеночкой с такой. Пойду посмотрю. Девчонки там играют в игру в какую-то на телефонах. Закат сегодня потрясающий. Хозяин орлиного гнезда пошел купаться. Закат просто чудесный. Ну что может быть прекраснее? Мы начали приводить в порядок террасную доску нашу и поручни. Тут уже немножко выступила кое-где ржавчина. Вот это уже половина покрашена. Смотрите, какая красота. Блестит все. И терраса тоже здесь уже зашкурили. Одну досочку поменяли, потому что со временем она прям что-то вылезла как-то. И вот эту часть мы уже маслом специальным пропитали. Посмотрите, как красиво. Боже мой, я просто обожаю вот такую текстуру дерева. Конечно, отличается от того, что вот здесь, то, что вот здесь. Ну ничего, потихонечку дальше будем приводить все в порядок. Потому что все-таки у нас террасы огромные. И, соответственно, надо время на все это. Я сегодня в платье. И Ральфик такой красавчик там сидит. Хотя бы лук. Красотки. Ну, нравится мне эта скатерть. Я прям в нее влюбилась, когда увидела ее в Португалии. И сразу поняла, что без нее я не уеду. Геранька такая у меня. Она потом, когда распустится, будет очень-очень много цветков. Это турецкий сорт. Красиво. Так, ладно, побежала я пить свой кофе.
Как водичка? Парное молоко, аномально теплое. Да ты что? Теплая вода? Ну, говорит, что теплая. Я хочу тоже. Завтра, Марусь. Завтра мы уезжаем. Никуда мы не уезжаем. Чтобы мы уезжали. Красота. Да. Мама, я спела вишня, съешь меня. Сейчас я тебя съем, моя вишенка. Марусь, закрывайте, чтобы комары не налетали вот эту вот сеточку, ладно? Ужасно теплая вода. Всем доброе утро. Приготовила сегодня ленивые варенички. И завтракаем уже. Тут кое-кто попрошайничает у нас. Угу. И баржа там туристическая. Плывет. Тут нас фотографируют. Мангал, смотрю, стоит. Шашлыки делают. И певец у меня тут подпевает. Научился здесь на даче новым звукам. Они, кеннеры, они перенимают звуки других птиц. На ютубе есть много видео обучающих для кеннеров. Мы своему черику включаем периодически. Здесь на даче смысла в этом нет, потому что здесь и так кругом разные звуки, птицы. И он очень здорово научился разные мелодии, которые до этого не пел. Сейчас у него такой более разнообразный репертуар. Прям вообще очень быстро учится. Мама нам сегодня решила нажарить пирогов. Тут вот она слепила в бане, не жарко. На мангале готовит. Посмотрим сейчас. Бабушка нам жарит пирожки. С чем ты сейчас готовишь? Это щавель. Вот эти два не хватило щавеля, это у меня еще и яйцо сохнет. Какие красивые. Да. Там пионы мои уже отцветают от жары. Так мало они продержались, конечно, жалко. Видела, мам, пионы да. У меня? Какие красивые. Белые самые высокие, они аж упали. Был же ураган тут у нас. Угу. Может, надо как-то это... А вот это видела, мама, аквилегия? Какая красивая вот эта вот у меня растет. Вон. Она ее не была раньше? Была, но она сейчас просто разрослась очень сильно. Ягодку мы вот так все замульчировали. Ой, ягодка уже поспела. На, сынок, тебе ягодку. Там у меня яблочек будет в этом году много. Опять, Стас, сделаем джем такой, как я готовила в том году. Понравился тебе джем мой яблочный? Сейчас кофе попьем с пирожками, потом да, и спокойно сделайте. Ну все, это сейчас я посуду помою. Родители пошли купаться к внукам. Мам, повернись, помаши. Вон моя спортсменка. И спортсмен. Пошли с внучатами и с зятем покупаться. Дедушка пошел с маской купаться. В надежде, что увидит рыбку в этой речке. Что-то я сомневаюсь. Вот там, конечно. Там вообще народу много, все купаются. Да, тут очень много людей сегодня. Жарко. Я люблю купаться в море. Я люблю загорать. Купаться в море. Привет. Да.
Вот они, мои любименькие. Вот так, у меня уже продвигаются дела. Да, кто меня смотрит давно, те знают, что я очень люблю на даче летом рисовать картины по номерам. У меня уже здесь прям большая такая коллекция. И, конечно же, не могу не поделиться еще одним шикарным закатом. Вот такой красивый закат. Смотрите, как красиво солнышко в реке отражается. Сейчас еще одно отражение прикольное покажу. Привет, ты из бани? А что, ты уже попарилась, что ли? Да. Ну, иди еще. Но не до конца. Не забудь хорошо помыть волосы. У тебя завтра день рождения. Ты должна быть самая красивая. Дай я тебя сфотаю на закате. Встань вот так чуть-чуть. Доброе утро. Рубрика «Дачные завтраки». Что у меня в тарелке? Домашние два яйца. Это шпинат мой, который я сама вырастила. Пожарила со шпинатом. Очень вкусно получается. Помидорки. Руккола тоже моя. Свежий урожай. Пошла утром на грядки, нащипала. Немножко лаваша. И мой любимый сыр эмменталь. Мамуля привезла из Германии. Водичка колодезная, ледяная. И шарики. Ликоптер. И именинница. Сегодня ночью надувала шарики. Сейчас, подожди, Марусь, я покажу шарики, как я надувала. Это утром, чтобы ей был сюрприз, вот такую гирлянду с днем рождения, чтобы она со своей комнатки увидела. Сюрприз удался, Маруся? Надо свет вот этот выключить. Именинница наводит себе красоту. Вот еще один дружочек-то, его-то забыли. Фотосессия. Бабушка, дедушка, гости. Ой, горячая такая. О, тут две корочки, Марта, не переживай, сейчас тебе хватит. Сначала именинница, держи. Так, тебе тоже корочки? Просто с днем рождения. А, я знаю, вот так. С днем рождения! Вот так. Не знаю! Вот так, с днем рождения! Не знаю! А как? С днем рождения, Маша! С днем рождения, Маша! И держи подарок, да, вот так? Да. А, я понял. Ладно. А я не поздравлял. Вот так танцуем. Вот так вот. Ой. Сидя? Я вообще профессионал. Сидя? Как хотите. Оп. Ну ладно, что-то не профессионал. Но главное, оп, вот от этой линии. Все, готовы? Итак, тогда раз, два, три.
Почти. Давай подумаем. Мы ни в коем случае не трогаем. Да, можете рукой, ногой попробовать, но нежелательно, понятно? Все, готовы? Не жалко его? Нет, это жалко. Готов? Давайте на раз, два, три. Готовы? На раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Так, скажите, ей доверять можно? Да. Точно? Конечно. Да, конечно, можно. Точно можно? Да. Смотри, начало техники безопасности. Вот здесь яблоко. Вот здесь пальцы. Нет, можно куда яблоко? Бить надо? Точно? Можно. Все, по яблоку. Договорились. Раз, два, три. Мамочки. С первого раза. Аплодисменты. Давай опять. Давай посмотрим, что там. У меня больше яблока нет. Вау. Да, пойдем. Да, смотрите, полная шоковая заморозка. Она. Давай, вставай сюда. Давай руку, которую не жалко. Которую не жалко, мне все жалко. Ну давай какую-нибудь уже. Давай. Давай тогда в кого улетит. Раз, давай, отправляй. Раз, два, три. Оп, Скай улетел. Вот так. Берем вот так. Лишняя была. И начинаем готовить. Пока готовится, всегда нужно петь песню. Именинница, есть у тебя любимая песня? Да, есть. Какая? Вот эта, которая играет. Вот эта? Да. Я бы до зари с тобою мог говорить. Это кто громче поет, там двойная борта. Сейчас у нас же чапки, то есть открываем рот и прям, понятно? Да, и то есть нужно жевать постоянно, нельзя останавливаться на месте. Поехали, по очереди. Угощайтесь, угощайтесь. Да, может немножко. Да, 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 быстро, жуй, 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 быстро, быстро. Не закрывайте рот, не закрывайте рот. У меня еще. Давай, дуй, дуй, только дуй, дуй. Еще дуй. Жуй! Жуй! Давай еще. Ну меня как вы не возьму же я в эту кубанку в этом горке. Не, надо было вот это все прямо целиком брать. Надо рот открывать. Чтобы этот выходил. Пар идет. Да. Это, я вспомнил все тоже. Под конец, когда прошли все эти залы, как бы это. Наливай. Чтоб всем хватило. Я не знаю. Ну да, конечно.
Так, отлично, это первый ингредиент. Второй ингредиент добавляется всегда, чтобы было сладенькое, что? Сахар. Ну, сахар будет, знаете, потом хрустеть на губах, на зубах. Да, поэтому мы добавляем сахарную пудру. Сахарную пудру, это сахар. Молодец. Итак, и смотрите, я добавляю всегда еще туда сливочки. Сливочки немножко жирненькие сделать. Да, густенькими, жирненькими. Не дай бог, я это завораю, я мама заебенет. Что, правда? Нет. Алло? Ну, я не знаю, где он. Так, кто подпевает громче всех, там и двойная порция. Все, размешивай. Не сильно, только потихонечку, да. Очень быстро тает. Сделала на солнышке и не растаяла. Именит сказал, любит сладкое. Сладкое? Сильно, да? Попробовали? Сильно сладкое? Да, Майна, не нормально. Спасибо, Маруся. Маруся, посмотри, кому не дала еще. Вкусно? Последние лет 120 он ищет это волшебное место. Сначала пузыри мыльные надувал, но они быстро лопали. Thank you.
Я прожала.